Папа, у нас сегодня на обзоре люлька, качели, электрошезлонг, Indigo Star. Рассмотрим их более подробно. Представлены в нескольких оттенках. Выполнены в спокойных цветах, которые создают атмосферу уюта и безопасности. Устали качать на руках? Кладем сюда. Бодрствуем или играем. Натуральная внутри, мягкая, как мамины руки снаружи. Хотели спать? Кладем подушку. Подушку закрепляем. Регулируйте амплитуду укачивания младенца и включайте разные красивые мелодии. Отправляясь в страну снов, проверяем безопасность. Ремни безопасности должны быть обязательно пристегнуты. Настраиваем по фигуре. Пятиточные ремни пристегиваем. И в полет. Подрос можно посадить. Все, начинаем играть. Широкий, устойчивый. Сняли. Постирали. Легко собрать и разобрать. Силиконовые накладки защитят не только вашего малыша, но и напольное покрытие. Легкие в использовании. Надоела механика? Включаем автомат. 5 скоростей качания подстраивается под вашего малыша. Классическая музыка всегда успокоит. Хочется отлучиться? Поставь таймер на 10, 15 и 30 минут. Качели управляются не только с панели, но и с пульта, дистанционно с дивана. Мой папа, сегодня мы с вами анализировали качели Indigo Star. Качели уютные, удобные для малыша. Причем универсальная расцветка позволяет ее использовать как для мальчика, так и для девочки. 34 Аист рекомендует.